Привет, танкисты! В самом разгаре сезон масштабных боев на линии фронта. Сражение за сражением, месяц за месяцем вы боретесь за главные награды событий. Только самые стойкие и терпеливые проходят весь путь от начала до конца. Бывает и так, что кто-то присоединяется к событию уже после его начала. И чем позже это происходит, тем сложнее становится погоня за личным результатом в линии фронта. Начиная с 7-го эпизода, у вас появится возможность ускорить свою прогрессию. В этом вам помогут личные резервы на фронтовой опыт. Они увеличат фронтовой опыт, который вы заработаете за бой в 2 раза. Резерв будет действовать в течение 1 часа. Он сработает, даже если пошла его последняя минута, а бой только начался. Таким образом, боевой путь к наградам станет быстрее. Новый эпизод стартует 19 августа, но вы сможете подготовиться к нему заранее. Уже с 12 августа зарабатывайте до 10 личных резервов на фронтовой опыт за выполнение простых боевых задач в случайных боях. Также с 19 по 26 августа вас будут ждать наборы с 1, 3 и 6 резервами. Приобретайте их за игровое золото в игровом магазине. Каждый из наборов можно купить только 1 раз. И помните, что в сумме можно получить не более 20 резервов. 10 за боевые задачи и 10 в магазине. Чтобы применить личный резерв на фронтовой опыт, заходите на склад в раздел «Личные резервы». Активируйте его и в бой. Одновременно можно воспользоваться только 1 личным резервом на фронтовой опыт. После боя в линии прогресса вы увидите, сколько очков было заработано с помощью ускорения. Сражайтесь на линии фронта, используйте новые личные резервы и получайте награды быстрее.